28-летняя Эмили Ратаковски празднует сегодня 32-летие своего мужа, Себастьяна Биар Маккларда. В честь праздника звезда показала ранее неопубликованные снимки из семейного архива. Американская модель придумала для любимого мужчины необычное поздравление, которое она сопроводила нежными кадрами, среди которых особое внимание привлекли поцелуйные фото. Супруги женаты 2 года, а начали встречаться в 2017 году. Эмили призналась, что начало их романа стало неожиданностью для близких друзей обоих. Актриса с юмором уточнила, что все 3 года супруги продолжают шокировать окружающих своим крепким союзом. Ратаковски призналась имениннику, что счастлива с ним, и за это время сумела узнать его с прекрасной стороны. «Нам хорошо вместе в солнечную и в дождливую погоду. Мы умеем друг друга развеселить, нам не бывает скучно. Ты очень заботливый и всегда внимателен ко мне. Мы пережили вместе много всего, но вопреки трудностям, мы вместе. С днем рождения, Себастьян! Я люблю тебя», — заявила Эмили. В честь праздника модель решила побаловать и своих поклонников. Так она сделала горячее фото в тигровом микробикини. Ратаковски позировала на пляже. Она распустила длинные волосы и сделала минимальный макияж. Свой образ она дополнила крупными серьгами цвета морской волны. «Скучаю по лету», — подписала она снимок. Актриса фильма «Исчезнувшая» любит эпатировать публику откровенными фотографиями. Так она в бикини без лямок соблазнительно позировала на постели. Недавно супруги появились вместе на киноцеремонии Critics Choice Awards. Свое восхищение фигурой Ратаковски выразила ее подруга, Ирина Шейк.